В этом году многие люди решили отметить День Победы по-своему. Не потакая вредным привычкам и борясь с соблазнами, они занимались спортом. Районные власти охотно пошли навстречу любителям активного образа жизни. В полдень на улицах города состоялась традиционная эстафета школьников и лицеистов. Большая честь отставить свою школу на эстафете. Я очень рад, что мы выиграем уже второй раз подряд. С самого раннего утра на центральном стадионе города любой желающий мог испытать себя и попытаться выполнить нормативы ГТО. «Готов к труду и обороне» – этот лозунг знаком многим с детства. Комплекс физкультурной подготовки в образовательных, профессиональных и спортивных организациях. Он призван создать в обществе здоровую и патриотическую атмосферу. Надеемся принять от 500 до 800 ребят, также взрослое население на центральном стадионе. На данный момент более 400 участников у нас уже сдали. Многие соревнования носили военно-прикладной характер. Участники пинбольных баталий под присмотром инструкторов штурмовали укрепления, оборонялись и охотились за флагом. Любители же сходиться с соперником лицом к лицу могли примерить кольчугу настоящего русского богатыря. Прошли по площади, видим, что здесь, в принципе, народ гуляет, вот, все празднуют, все очень нравится. Стреляли из луков, бились на мечах. Катались на паровозике. Обилие спортивных мероприятий в День Победы неудивительно. Те, кто 9 мая стрелял из луков, бегал и подтягивался, это потомки и наследники людей, победивших фашизм. Людей, прославившихся силой своего духа. А как известно, здоровый дух живет в здоровом теле. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».